Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами телефон Huawei P20. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить безопасный режим. Для этого вам нужно нажать и удерживать кнопку питания, после чего нажать выключение. Когда телефон выключится, одновременно нажимаем и удерживаем кнопку питания и увеличение громкости. После появления логотипа Huawei на вашем экране Huawei P20, мы отпускаем кнопку питания и ждем, пока не загрузится Recovery Mode. Но при этом, смотрите, не отпускайте кнопку увеличения громкости. Отлично. Нажимаем на кнопочку Safe Mode и ждем, пока телефон загрузится. Ну вот и все. Мы вошли в безопасный режим. Смотрите, написано «безопасный режим», и ни одно из скачанных приложений не работает. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!